Всем привет на канале Мусалим. Mazda 6. Работаем по шумоизоляции. В багажничке покажем вам, как выглядит штатная шумка. Вот под запаской можно наблюдать вот такие тоненькие пласты. Арки голые, пустые, к сожалению, ничего нету. Огромные площадки, которые надо шумить. Что касается дверей, здесь также ничего нету, полностью пусто, голое железо. В салоне присутствуют небольшие вот такие вот пласты. Их снимать мы не будем, они у нас также остаются. Но дополнительно поверх проклеиваем, обязательно прокатываем. Сейчас приступаем к обезжириванию всех деталей. Обязательно пропылесосим перед обезжириванием. Материал у нас уже прогревается. И все проклеим. Сделаем данный автомобиль покомфортнее. Всем пока-пока.